МВД России запустила патриотическую онлайн-акцию «Я помню, я горжусь, служу России», посвященную 75-й годовщине Великой Победы. В рамках акции сотрудники органов внутренних дел и их дети подготовят и запишут видео с историями о членах своих семей, ветеранах Великой Отечественной войны. В этом им помогут интернет-порталы «Подвиг народа» и «Память народа». Видеоролики с историями будут размещаться в официальных аккаунтах МВД России и территориальных органов МВД России в социальных сетях с хэштегами «Я помню, я горжусь, служу России».